Хороводы под самую любимую песню про елочку, зажигательные танцы и отличное настроение. Новогодняя сказка пришла в советский район и собрала ребят у нарядной елки. Услышим ли мы в веселых танцах? Ну просто невозможно, на месте удержаться. Это дети с ограниченными возможностями здоровья. Праздник для ребят организовали городская администрация и Дума Самары. Мы сами с детства очень любили елки, со школы ходили, с нетерпением ждали подарки. Ну и здесь хочется что-то сделать для детишек, тем более для детишек-инвалидов. У них и так в жизни мало радости, а мы стараемся им преподнести вот праздник такой. Дети верят в чудеса и загадывают Деду Морозу свои сокровенные желания. Рассказали по секрету и нашей съемочной группе. Вдруг Дед Мороз телевизор посмотрит. Дед Мороз, я хочу тачку. Я хочу планшет. После танцев у елки гости праздника отправились на спектакль. Специально для маленьких зрителей на сцене Дома культуры «Заря» дают новогоднюю сказку. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.